Сегодня красноярские энергетики пояснили причину частых отключений электроэнергии в городе. Изношенные электросети и незаконная копка в местах, где пролегают электрокабели, в основном приводят к отключению света. Сейчас специалисты компании озадачены тем, чтобы не допустить в праздничные дни сбоев в электроснабжении потребителей. В праздники на рабочих местах будут находиться ответственные руководители предприятия, специалисты технического блока, диспетчеры и бригады монтеров. К оперативному реагированию на предприятии готовы 54 аварийно-восстановительные бригады. Это свыше 300 специалистов и 140 единиц техники. Создавать такую схему обновления основных фондов, ремонтов, чтобы не допускать технологические нарушения и минимизировать. И второй блок работы, он связан с тем, чтобы оперативно возобновлять питание к потребителю. Возможно, даже эти участки сети в момент того, когда они повреждены, не восстанавливать, а подавать питание потребителю по другим схемам.